Садовый центр Веры Глуховой – это группа из трех компаний, имеющих свое направление деятельности – питомник, оптово-розничная торговля, услуги по озеленению и благоустройству территории. Организация с 2007 года является одним из лидеров по продаже растений в Поволжском федеральном округе. Основная продукция – это хвойные растения, лиственные деревья и кустарники, однолетние и многолетние цветы, розы, лианы, плодовые культуры, рулонный газон и сопутствующие товары, необходимые для растений. Компания располагает сетью из 5 садовых центров по продаже растений открытого грунта в городе Самаре, Тольятти, поселке Курумыч и 3 магазинов горшечных цветов в городе Самаре и Тольятти. Общий штат сотрудников в сезон достигает 85 человек. Наиболее широко ассортимент товаров представлен в садовом центре в поселке Курумыч Волжского района Самарской области. Здесь на территории в 5 гектаров реализуются сотни тысяч растений, адаптированных к нашему климату. Территория садового центра включает производственную зону со складскими помещениями, теплицами и водоемом. Здесь же происходят оптовые отгрузки товара покупателям из Самарской, Саратовской, Свердловской, Оренбургской, Пензенской областей, Республик Башкортостан, Татарстан, Казахстан. В работе используется накопленный опыт европейских и российских коллег, активно осваиваются передовые технологии. Главное преимущество садового центра Веры Глуховой – высокое качество растений. Компания предлагает посадочный материал только от проверенных питомников растений из России и Европы. Весь товар проходит осмотр специалистами Россельхознадзора. В 2014 году заложен собственный питомник саженцев плодовых культур и парковая зона. Осенью 2016 года садовый центр впервые реализует плодовые и декоративные растения собственного производства. Были привиты первые 5000 яблонь. В перспективе освоения всей территории площадью 15 гектаров. 25 тысяч тюльпанов садовый центр вырастил к 8 марта 2016 года. Первый опыт оказался удачным, и было принято решение увеличить объем выращивания цветов в 3 раза. Компания имеет уникальный опыт и в сфере ландшафтного дизайна. География выполненных объектов распространяется на территорию всей европейской части России, от Санкт-Петербурга до Краснодарского края. А в 2010 году была благоустроена территория музейно-паркового комплекса в городе Иерихон, территория Палестины. О высоком уровне выполненных работ говорят благодарности от президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича и управляющего делами президента Кожина Владимира Игоревича. Наши специалисты под руководством Веры Глуховой озеленяли территорию Александровского сада Кремля в городе Москва, рядом с могилой неизвестного солдата, и внесли свой вклад в организацию зимней Олимпиады, преобразив территорию объединенного санатория Сочи. Нас связывает многолетнее сотрудничество с компаниями «Роснефть», «Татнефть», ресторан «Макдональдс», телерадиокомпания «Россия Самара», автосалон «Самара Лада» и многие другие. Садовый центр Веры Глуховой активно участвует в жизни родного города Самары, благотворительных акциях, выставках и фестивалях. Безвозмездно благоустроенная территория усадьбы Курлиной, Иверского монастыря, скульптурной композиции на набережной реки Волга «Колыбель человечества». Оказывается помощь школам-интернатам, детским садам, организациям инвалидов. Проводятся экскурсии, деловые встречи и фотосессии на территории садового центра в Курумыче. Наша компания сотрудничает с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Осенью 2013 года состоялся визит в садовый центр в Курумыче министра сельского хозяйства Альтергота Виктора Вергельмовича совместно с главами районов Самарской области. Мы тесно сотрудничаем с Самарской государственной сельскохозяйственной академией, Самарским колледжем строительства и предпринимательства. Студенты проходят практику в садовом центре. Садовый центр является ежегодным участником Поволжской агропромышленной выставки и неоднократно был награжден дипломами и золотыми медалями за развитие питомниководства декоративных культур Самарской области. В июне 2014 года садовый центр в Курумыче встречал делегацию Союза польских питомников. Ежегодно нас посещают коллеги из России, Голландии, Бельгии, Италии, Германии, Польши, Англии. Садовый центр Веры Глуховой является активным членом Ассоциации производителей посадочного материала, и в июле 2014 года российские коллеги были приглашены на День открытых дверей.
Из 15 регионов России приехало 65 человек, представляющих 35 питомников и организаций.